Наконец, первая поклевка за сегодняшний день, время где-то пол первого дня. И наконец-то сработало, причем левое удилище. Вот. И рыба первый раз за все время при вываживании уходит влево. Как правило, считается, что куда рыба после поклевки уходит, оттуда она и пришла. Конечно, это не всегда, наверное, так. Но какая-то доля правды наверняка в этом есть. Тем более ветер у нас подул сегодня налево. Вот рыба несколько непонятно себя ведет. То упирается, упирается, потом как резко рванет в сторону берега. Потом опять начинает сопротивляться. Не совсем маленькая, это точно, не двушка, я думаю. Остальное пока сказать трудно. Давай. Карпик чешуйчатый. Да, что-то. Какие-то пожелания высказывает. Говорящий карп. Вот такого красивого чешуйку мы наконец-то сегодня дождались. Вот он какой. Бодрый. Говорящий карп нам попался. Видимо, он там всем уже наболтал, да? Теперь к нам, к людям приплыл поговорить. 6 кг тут точно есть. Все, выпускаем родную стихию. Будем ждать, что еще кто-нибудь к нам заглянет на огонек.